that belong? That is not for real. Допоможіть, Іра. Я приходжу, люди сталося, допоможіть. Зараз, успокойтесь. Чим я можу їй допомогти? Скажіть, будь ласка, вам, так? Да? Ви можете купити? Ну, Ребенок же раздет, так как вижу, да? Так, у меня есть такие порядочки. Вингер-лотка, ты считаешь сколько? Сколько она считала? 27. Весит ребеночек, мама знает? 10 килограмм. 10 килограмм. 30? 30? Два года. Ладно. 30 килограмм. 27 на 30. 6. Можно посчитать? Власка? Привозная купила? Да. Кислород, пожалуйста. 100. 96. И аразин? Да. 0,2 аразина пока. Можно, да, если мы не это? Можно так? Да. Можно? Да. А полиция приехала? Вообще нет, полиция чекает, а вообще нет. Обезболивание. Ну, хорошо. Сидит? 0,2. Угу. Вас повредили? А у вас ангина? Анальгина, анальгина, Ира, анальгина. Да, 0,2. Я развожу. Я чекаю 20. Я считаю, 27, умножить 12. 30, развожу, разбила, в общем, поняли, открыла, набрала, остановила инфузию, взяла струйную, возобновила. 202. 200, Ира, 200 рингера капаем. Хорошо. Доброе. Есть. Ребенок... Рингеры, да. Обезболили? Стогнули? Чем меньше стогнули? 6 стогнули. Еще 6 стогнули. А полиция есть? Еще нымает. Давление поменяют. Полиция на мащи? Что на мащи? Мамочка, давление, манжет. Да, делаю. Ну, быстрее нам надо. Сколько кислорода? Быстрее. Кислорода 2. Я звоню опять. Диспетчер, полиция, торопите. Уже выходил, да. Скорее, скорее. Ты же агрессивный, быстрее. Хорошо, вести в межовый центр. У вас есть возможность зараз поговорити з межовым центром? С кем? С межовым центром? Да, прямо. Сообщить, я вас слушаю. Вы слушаете? Да. У меня есть ребенок, 2,5 года, 27% ожоговой поверхности, да. Ожоговый шок. Чем обожгли? Ожоги поверхности тела, и показываю, какие участки. Передней поверхности грудной клетки и живота. Давление. И верхней конечности. 80 на 40. Да. И 140 на 80. 140 был это, да, пульс, по-моему. Да, да, да. Так, 140 на 80. Ну, ожоговый шок еще. Вас зрозуміло. Второй степень, да? Чекаємо вас. Ты так, давление проверил? Глюкозу мерять. Глюкозу. Есть? Да.
Перестал сканать именно? После анабита? Стогна? Стогна, да. Пульс, пульс скажет. Если такой же, значит... Пульс еще раз скажите, научи, считаю. 140. Остается, да? И тогда пульс симметр. Пульс симметр. Глюкоза норма. Глюкоза норма? Норма. Да, 140. Наверное, недостаточное обезболивание, поэтому принимаю действие наркотических анальгетиков, наверное, ввожу под контролем дыхания. Что это будет? Морфин. Морфин, значит. Так, 30 килограмм, сказали, он весит, так? Да, да. Не было такого возраста, но 30 килограмм, 0,3 получается. 0,3. Хорошо. Потихоньку, медленно. Короче, я брала на натрием раствора. Так, он не отрывает, да? Ну, как бы... Дробно вбачивается. Не дивиться на меня, ты понимаешь? Закрывает, что очень стопно закрывает. Дробно вбачивается. Ну, то есть, такое приглушение, я бы сказала, так? И да. Поставлю чуть-чуть, поставлю ему. Идеально. Уже сейчас заработает. Не хочет. Ладно. А морфин ввели, он не стал более спокойным? А давайте дверь закроем, более спокойно, не стал. Да, все, я у тебя дверь стою в комнату. Вожу. А мама где? А мама где? Мама там. И ввела. Так, приклеила. Пусть мама тут посидит, наверное. Позовите, наверное, маму. Ира, у нас капает вообще. Да, да, все, давайте. Ребеночка заряжаем и госпитализируем. Собираем вещи. Собираем. Покрывало, мамочка, какое-то есть у вас? Покрывало. Давай, возьми. Для ребеночка, давай. А можно ли еще? Я хочу. Хотим. Полиция приехала, нам нет, нету полиции. Мы не можем выходить. Нам небезопасно там быть. Рубите як бажаєте. Нам небезопасно там быть. Приедет полиция. Пацанка, вызывай, спроси, сколько это полиция. Да я уже звонила повторно. Да, вы. Сколько полиция? Для 2,5. Еще турникет. Зараз дамо. Укрой его термоодеялом. Нога болить? Нога болить, це хар... Духа, ну, слава Богу, що це було. Поліція! Ні, ми швидка. Роботи. Екстрена. Роботи. Поліція! Поліція, я бачу. Там помагайте, там стріляли, це помню. Время. Тише, верхняя такая, у нас на основании, в порядке. Кожные покровы. Бледные, холодные. Бледные, холодные. Давай мы сейчас. Пульсоксиметр. Пульсоксиметр у тебя есть? Да. Давай. Прямо кровь здорово на земле. Так, мы... Где? Ну, левая штука, правильно? Ну, наша нога, правильно? Дивиться.
Ну, нога у нас одна. А еще нога болит? У нас же больше нету. Нет, только левая нога болит. Ставлю доску. Посмотри, Денис, потом. Сейчас, еще смотрю, да. Руки целы, у вас только нога болит? Ну, говорит, да. Только нога болит. Да что такое? Доступ есть, защита, но нет. Есть. Рингер ставлю. Разрезать штанину, смотри. Условно. Ну, разрезай штанину. Так, смотри, огнестрел вот здесь. Нет. Огнестрел вот здесь. Скажите, крепитация есть, конечно? Нет. Я вот тогда тампонирую. Бин промышленный демонстратик. 500 гидроствора поставила. Болит нога еще? Трошки. Терпеть можно. Ну, анальгин, анальгичком. Сейчас мы вам не нужны. Систему не вижу. Открываем. Так, я сделал тампонаду, прижал на 5 минут, жду. 5 минут жду постановки кровотечения. Может помочь чем-то? Пока что нет. Аккуратно с иголками. Да. Доктор. Прибыла бригада и ребенка забрала. Доброе. То есть ребенок уже вышел из бригады. Все, что на нем можно сделать. Система засчитана, нет или полностью сделать все, что нужно. Заполнили ее? Ну, есть, засчитано. Есть, хорошо. Есть, капает. Правую руку есть, друзья. Ребенок уехал, все, можете забрать сюда. Ира, на помощь иди! Все, что на нем, можно заполнить. Ты что, хочешь тампонировать, что ли? Я затампонировал, я смотрю штуку, когда у нас идет закон. Давление померить. Ребенка оставали. Мерим давление. Пульсоксиметр, что у нас? Пульсоксиметр что показывает? Оксигенация какая? На периферии был пульс. Ну сейчас наш судья ушел. О чем так волнуетесь? 104 пульса. Что? 105. Но зато оксигенация. Пульса вы не видите. Сейчас не видите по пульсу. Просто приятная холодная. Вы контактно? Вы себя чувствуете? Что вас беспокоит? Нога. Нога трошки болит. Трошки. Сатурация, что? Не просто. Нет, не просто, не просто. А, пульса нет на луче, да? Нету, да. Нет, да. Это был говорили пульс. Нет, на луче пульса нет. Нет? А сказали вы первый раз? Нет. А сейчас уже, да? Кожа холодная, бледная. Второй доступ. Я там понад уже сделал. Хорошо. Второй доступ? Второй доступ, да. Хорошо. Так, подожди, ну что, по мере давления, тогда сделаем. Время. Ну ладно, тогда. Так пульса на луче нет, но ниже 80. Да, ниже 80. Что есть? Ставим, вторая нога цела? Вторая целая. Ставим. Хорошо. А я меряю, да? Как-то у нее так быстро. Да. Извините. 80 на 40. 80 на 40. Штанину разрезаю. А, разрезала. Ставь сюда рефортал. Хорошо. В эту, которую я поставлю? Да. Достаю, место нахожу, бугристое, 2 сантиметра медиальный, 1 сантиметр вниз. 80 на 40 нету, да, не... Поставили. Поставила, заряжаю рефортал. Да? Нет. А, дыхание. Да, я, ну мне сказали, с ребенком можно все забрать, я могу принести. Я считаю, дыхание аускультативно. Принести кислород? Ольга Петровна. Дыхание 30. Да. Несу. 30. Кислород. Несу. Вы меня слышите? Слышу. Доступ сюда, рефортаж. Но знание... Слышите, рефортаж. Тоже, да, приглушение, можно так сказать, да? Доступ, Доступ что, поставили же? Нет, засчитано, нет? Есть, доступ есть. Доступ есть. Но инфузия, конечно, не важно. Ну, инфузия надо поставить. Ишь, выдавать кислород, я инфузию. Рефортал ты достала? Да, я уже поставила, вон в доступе стоит вот это. Нет, ну надо зарядить. Доступ есть, но зарядить систему я не вижу. Кислород, офиги, Денис. Сейчас, не можешь? Я придавлю. Держите. Ну, как бы мы одели мазочку. Кислород идет. Нет, это не то. Кислород идет. Идет. Хорошо. У нас 5 минут прошло. Есть? Да, есть. Доступ. Стоит. Вижу, есть. 5 минут прошло на тампонаде. Я начинаю. Стоп, мне нужна давящая повязка. Мне нужен. Вот здесь вот мне нужен снижающий бандаж. Достань, пожалуйста, открой вот. Он же не пил, пока вы тут общались, нет? Удары не наносил?
Только выстрелил? Да. И все? Хорошо, хорошо. Плохо. Все, пульс на луче появился? Появился. Очень-очень слабый. Давайте. Ты на 500 уже уже выкопалась? Да нет, наверное. По сантиметру появились цифры 140. 140. Частота, ассигнация 95. Ну, немножечко. Хорошо, 5 литров в минуту скрутила баллон. Я, ну, понятно. Усилим скорость инфузии. Ну, можем просто... Боже, ну, реально. Ну, я же ее зарядила и не закрыла. Собственно, я закрыла. Господи, еще на парнике. Я начинаю по полоборота отпускать турникеты, наблюдая, есть ли кровотечение в месте тампонаты, для того, чтобы попустить турникет. Подтекает. Подтекает. Я забыл, затекаю. Значит, закрываю. Время еще раз я проверяю. У нас сейчас 16:15. Пишу время через полчаса. Мы тогда еще раз его будем попускать. Нога сейчас болит, слышите меня? Чуть-чуть стонет, болит, нет? Стонет. Все. Хорошо. Окей. Я наберу, держу. Что делать? Кейвер хотим. Угу. Что? Кейвер. У вас какие цифры для пульсоксиметра? На воде я развела. 132. На воде я развела. По пульсу 17,98. Отлично. Тогда мы уменьшаем кислород. Сделали. Ну все, давай. Все, госпитализация. Так, считано. Щит. У вас все, что там было, есть? Да. Сообщаем в больницу, звоним. Я вас слушаю. Алло, да, бригада 102. Да. Больная, огнестрельное ранение левого бедра. Больная, возраст. Тяжелая. 20 лет. Так, огнестрельное ранение левого бедра. Да, и геморрагический шок, и 3-й степень. Что сделали? Что сделали? Сделали инфузионную терапию пока что, на данный момент. Но еще транспортирование, инфузионную терапию в объеме получается. Сколько ты ей фазана? 500. Давайте укроем. Миллилитр. Да. В общем-то, 500 физраствора, 500 физраствора. Укроем. Да. Да. А вы можете на бочок повернуть, девушка? Вы можете на бочок повернуть? Можете на бочок повернуть? На здоровье повернуть. Можете на бочок? Вот так вот, на бочок, поворачивайте. Подожди, на бочок. Выше, подушку убери. Вот. Еще на бочок. Можете дальше положить? Вот, а теперь разбитесь обратно. А мы сейчас вам... Сейчас... Здорово, опять. Что нормально? Да, давайте, вернись чуть-чуть. Все, умница. На кровать можем, да? Забираем обратно? Давайте инфузию проверим, что у нас. А, кстати, да, после перекладывания. Ничего не мокреет? Нет, капает, все, и кровотечение не усиливает. Хорошо, мы смотрим, все. Сатурация показывает 98. Хорошо. Сатурация, пульс 130. Наоборот. А у вас детей же больше нет, один только? Один? В квартире же больше не было никого? Готовы? Голову там протекли? Голова готова. Готова? Да. Они не подходят.